была задача создать курсы подготовки церковных работников первичного уровня. То есть не священников, а тех, кто приходит в храм и помогает в храме. Часто встречается такая ситуация, что когда люди приходят в храм, они сталкиваются с бабушками, которые их как-то шипят, на них ругают, ну, в общем, всячески начинают их воспитывать, муштровать. Наша задача была воспитать именно вежливых и квалифицированных работников, чтобы вот эти негативные влияния убрать по возможности или хотя бы сгладить их, поскольку проблема достаточно острая. И все, кто к нам приходит, студенты, все они в будущем будут работать на приходах. Поэтому здесь еще нужны, помимо вот священников, помимо дежурных по храму, еще те, кто будет готовить людей к крещению, беседовать с ними, те, кто будет помогать людям морально поддерживать их.